селе Маяки под Славянском сегодня перезахоронили останки 44 неизвестных советских солдат, погибших во время Второй мировой войны. Репортаж наших корреспондентов. Останки всех 44 советских солдат нашел поисковый отряд «Плацдарм». Работы, говорят, здесь проходили в очень тяжелых условиях. Не прекращались даже во время боевых действий в Славянске в 2014 году. Нам поступали сигналы, что там нашли останки, там нашли останки. Мы реагировали, выезжали, собирали. И в 2013 году мы собирали останки, в 2014. Территория где-то 4-5 километров всего лишь. По этой территории то мы не могли работать полномасштабно, опять же, потому что велись боевые действия. Но все, что мы смогли, мы сделали. 44 солдата погибли на территории села Маяки с 1941 по 1943 годы. Установлено, что это останки бойцов 12-й и 6-й армий, а также 3-й и 8-й гвардейских армий. Имена так и остались тайной. К сожалению, все они неизвестные, ни имен, ни фамилии мы их не знаем, никогда уже не узнаем. Но то, что их объединяет, и для нас, это то, что они отдали свое, самое ценное, что есть человек, это свою жизнь за освобождение нашего славянского района от нацистов. Почтить память погибших советских солдат пришли жители села Маяки. Старшее поколение утирало слезы. С особым вниманием за происходящим наблюдали школьники. Дань воинам отдал и глава Донецкой области Александр Кихтенко. Сегодня мы вкриваем останки героев, которые отдали свое життя на Донецкой земле. Знаковая подія, саме канон 70-й річниці перемоги в війні. Я хотів би від себе особисто подякувати вас сьогодні за таку роботу, турботу про пам'ять загиблих героїв. После поминального молебна останки солдат предали земле. Их братская могила у памятника советским воинам-освободителям в Славянских Маяках. Илона Свердун, телеканал «Донбасс».